Вот это 3D, D3 точнее комплекс. Вон там Дрозды, водохранилище. Это проспект Победителей идет там. Вот находится здесь этот салон. Там строительства такие глобальные идут. Там хаусы, пентхаусы, там вся фигня будет. Вот этот салон. Тут уже клининг проходит. Такая входная группа. Уже закончена. Ресепшн. Стены отдекорированы. Плитка лежит. Колонны тоже отдекорированы. Все освещение полностью установлено. Полы здесь такие налитые. Здесь сделаны пандома полы. Микроцемент. Вот такие вот. Каменным маслом пропитаны. Здесь кухня. Тоже все освещение сделано. Еще не подключено, походу. Вот такая кухня. Вентиляционная система вся стоит. Роутеры, модемы, сигнализация вся стоит уже полностью. Вот вентиляционная система вся. Моторы. Все в стиле лофт. Здесь тоже налитый пол. Здесь тоже пандома полы. Ржавая стена, пандома стены. Здесь еще зеркало будет на всю стену. Это склад. Ну вот такое помещение. Скину еще дизайн-проекты. Не дизайн-проекты, а планы по полу, чтобы было видно размер помещения. Все колонны отдекорированы полностью. Разными венецианскими штукатурками. Каждая колонна разная, по-разному сделана. Дизайнерские люстры висят уже. Тоже в стиле лофтовом. Ну, я думаю, вообще картина понятна, да, если будет интересно кому-то, можно приехать сюда и по месту посмотреть.